В рамках всемирной акции «Щедрый вторник» 25 ноября в историко-краеведческом музее города Невельска прошло мероприятие «Щедрое воскресенье в музее», также посвященное Дню Матери. В первую очередь, конечно же, хочется поздравить всех мам с замечательнейшим праздником – Всероссийским Днем Матери. Наши дорогие мамы, счастья вам, здоровья, любви, отличного настроения. Пускай ваши дети вас всегда радуют. К сожалению, в нашей стране еще есть семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. И очень хочется, чтобы мы с вами не стеснялись проявлять заботу о тех, кто действительно нуждается в нашей помощи. В этот день благотворительное мероприятие было посвящено одной замечательной девочке – Каролине Гаспарян. В этот раз организаторы мероприятия подготовили для гостей насыщенную и интересную программу. Были проведены различные мастер-классы по изготовлению открыток, рисованию в необычных техниках. Все это состоялось при активном участии благотворительного фонда поддержки семьи, материнства, детства «Солнце в ладошках». Сегодня кто-то свяжет, кто-то что-то сделает, вот красный ловец снов, кто-то подарил куклу, кто-то подарит резинку, кто-то положит деньги. И все деньги мы переведем этому ребенку. Желающие поучаствовать в таком интересном мероприятии оказалось много. Кто-то учился вязать мягкую игрушку, кто-то с интересом делал талисман ловец снов. Было много желающих изготовить добрую открытку или сплести необычный цветок из бисера. Изготовленные поделки будут отправлены в подарок для Каролины, а все денежные средства – фонд для ее нужд. Также на праздничном мероприятии были подведены итоги фотоконкурса «За все тебя благодарю», который был посвящен Дню Матери. В нем активно поучаствовали ученики общеобразовательных школ Невельского района. По итогам конкурса победители по трем номинациям были награждены сертификатами и памятными подарками. Остальным участникам были выданы сертификаты участия. Праздник прошел в теплой и душевной атмосфере. Никто из участников не остался без внимания, и каждый постарался внести свой, пусть и небольшой, но очень весомый вклад. Служба информации Невельских новостей.